Всем привет! Сегодня я вам расскажу о двух обновлениях. Двух самых, ну скажем так, одних из самых популярных программ под Apple-овскую систему. Видео заинтересует как Mac-юзеров, так и хакинтошников. Первая прога, смотрите. Открой Safari. Мы все ее прекрасно знаем. Вот, до сегодняшнего дня мы пользовались третьей версией. И тестировали таким образом свой процессор. Правильно? Правильно. Выясняли, у кого большее количество попугаев. Но с сегодняшнего дня вышла четвертая версия. Так что заходим на сайт, скачиваем ее или ищем на просторах инета. К сожалению, она платная. Мне она очень нравится. Я люблю с помощью этой программы тестировать на количество попугаев различные процессоры, особенно после того, как я накатил операционную систему от Apple, скажем, поставил Hackintosh. В чем ее основное отличие? Давайте я запущу четвертую версию. Это у меня лицензионная, никаких лицензионных ключей вводить не надо и так далее, и так далее. Работает как в 32, так и в 64 битах. Ну, понятно. Что у нас здесь отображается? iMac 13.1, показана моя операционная система 10.12, показан мой процессор 3245, 6 гигов оперативной памяти. То есть, если мы запускаем сюда, идет тестирование нашего процессора. Это займет долго. Я сейчас нажму на сброс. Дело в том, что там написано, что это занимает от 2 до 20 минут. Все зависит от быстродействия вашего компьютера. На всякий случай я уже снял отчет, давайте покажу, если кому-то будет интересно. А вот мой процессор. Мой процессор Core i3-3245. Однопоточные приложения 3400, многопоточные 6500. В принципе, для моего процессора это нормально. Больше он никогда не показывал. Это раз. Второе, что здесь еще есть? Давайте увеличим. Смотрите, можно потестировать видеокарту. То есть автоматически определяется ваша видеокарта. Также мы запускаем тест. Идет тестирование нашей видеокарты. Я сейчас нажму сброс. Будет показано количество попугаев. И самое главное, будет показан результат. Будет показан результат в сравнении с другими видеокартами. Это очень хорошо. Девайс. Здесь подробная информация о нашем компьютере. Скажем, здесь ничего интересного нету. Опять же, будет показана наша операционная система, наш компьютер, в данном случае у меня это iMac, а процессор, версия своего BIOS, там кэш и количество оперативной памяти. Так что берите информацию на заметку. Наш один из самых популярных тестов для процессора обновился. И, как сказано на сайте, он теперь использует все железо нашего компьютера. Не только процессор, но тесты построены таким образом, что используется и процессор, и оперативная память, и видеокарта, и несколько приложений, и так далее, и так далее. Возможно, информация будет для вас интересна. Это первое. И второе. Вышла новая версия программки ScreenFlow. Она мне очень нравится, очень нравится. Она, зараза, дорогая, 100 баксов стоит. Но я уверен, что Mac-юзеры и хакинтошники справятся с этой проблемой. Это версия 6.1. В чем ее фишка? Она идеально работает в операционной системе 10.12. Давайте я ее запущу. В данный момент я поставил демо-версию. Вот, ставлю, допустим, на запись. Давайте, допустим, центр уведомлений. Запустим несколько раз. Все. Нажимаем стоп. Раньше была версия 6.0. И когда мы делали захват с экрана, к сожалению, вот здесь были черные квадратики. Но она абсолютно не работала в операционной системе 10.12. А эта версия отлично работает. То есть мы видим, что изображение захвата идет, никаких проблем нет. Так что, опять же, берите информацию на заметку, ищите ее на просторах инета. Вот. Ну или покупайте за 99 баксов. Вот такое маленькое, небольшое информационное видео. Я уверен, что информация для вас будет полезна. Первое. Обновился наш самый любимый для тестов процессоров и видеокарт.
И я считаю действительно, что это самая лучшая программка для записи с экрана в Apple-овской системе. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Надеюсь, информация была полезна. И всего доброго.